странах ЕАЭС будет создана единая система по охране товарных знаков. Законопроект о ратификации договора приняли депутаты Сената. Документом предусмотрена оптимизация сразу нескольких процессов, в том числе упрощение заключения совместного соглашения сторон в отношении происхождения товаров, наименований, марок и видов услуг на территории стран Союза. К слову, такая система позволит получить один охранный документ, действующий одновременно на территории 5 государств. То есть путем подачи одной заявки можно установить одну дату приоритета в 5 странах. Эксперты отмечают, ратификация договора не приведет к ущемлению прав владельцев национальных товарных знаков. Более того, она позволит повысить уровень защиты отечественных предпринимателей, ориентированных на евразийский рынок.